Всем привет. Сегодня у нас с вами открытие сезона. Открытой воды. И оно на ТЭЦ 5. Прикольно, конечно. Как это так, да? Сразу же и поклевочка. Карась. Хороший карась, ребята. Вот такой. Опа. Не особо хороший, но... Ну, хороший. Первый. В любом случае, он первый в этом году. Ах, карасеж. Такой вот карасик. Класс. Сегодня я ловлю довольно необычно. В планах ловить довольно необычно. Ну а там уже посмотрим, как оно пойдет. Красота, да? Первая рыба, и это карась. Это не может не радовать. Так, что у меня необычного? Ловлю на две удочки. Одна фидер классический, вторая будет флет. Корма тоже два. Светлый с ароматом аниса мы будем ловить на фидер. А темный я замешал с ароматом чеснока, у нас будет на флет. По насадке взял опарыша, баночку червя. 250 грамм этого среднего мотыля. Стартанул 0,1 лески. Видно, да? 0,5. Вот такие вот крючки поставил. 2765 номера. Мне кажется, самый раз будет на карасика. Так, ну и все, потом будем пробовать, может, что подольем арома, если ничего не будет клеваться, с ароматом чеснока или кориандра. Ух! Ну, давайте-ка с парового сейчас еще хватанем. Будет нормально. Так, на чем мы остановились? Сидим возле входа в холодный канал. Недалеко. По дистанции. Здесь как бы везде камушки. Где-то от 40 метров до 50. Там такой хороший свал, явно свал. Но тоже есть валуны. На флет поклевочка. В общем, есть валуны, пробивается небольшая ракушка, и там дальше ил после 50. Ил такой мелкий, я вам скажу, ничего себе. Бляха-муха. Я не понимаю. Бля, заплыл за вторую удочку. Сейчас я, наверное, да, поймаю две. Все. Не, есть уклейка. Вот она. И, ну, конечно, это же охладитель, как здесь и без уклейки. Ладно,
Уклейка так уклейка. Ну, у нас для этого есть флет. Посмотрим, что он скажет. На крайняк мы здесь. Поменьшим это. У меня садок дыравый, я думаю, что большинство уклеек уйдет. Пока вот ловлю три мотылька. Парышом закрываю. Вроде бы работает. Есть, ребята. Хорошая рыбка. Хороший карасик. Бойцы такие, я вам скажу. Здесь хорошие. Рыжий такой, толстенький. Смотрите на что. Мотыль опарыш. Класса. Да, скорее всего, клейка. Даже не сопротивляется. Да, она такая вот зараза. Есть, ребята. Меняю поводок на флет. И тут такая поклевка. Поехала палка. Интересно, что там, а? Идет к берегу, как будто рыбы нету, а? О, немного начинает сопротивляться.
Карасик. Красавец. Тихо, маленький. Сейчас мы тебя... Красавчика. Ходи, 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 ходи до бабочки. Вот. Такие вот красавцы поклевают сегодня. И все на фидер, понимаете? Все на фидер. Вот. Я не знаю. Почему? Ну, как есть, ребята. Ну что, ребята, дело движется к обеду. У нас все плохо. Лето, лето. Перемешку с карасем. Флет молчит. От слова совсем. Вообще не хочет. Не знаю я, как с ним бороться, но... Может, что-нибудь у нас и получится. Я на флет вообще ничего не поймал, не знаю. Вот на фидер ловлю, и карасики проскакивают, и уклеечка. Окуня поймал. А на флет нет. Почему? Не понимаю. На фидер ловлю в основном пустой кормушкой. Ставлю грузик, то же самое. Пробовал играться с длиной поводка, укорачивать, удлинять, ничего не это не меняет. Я понял свою ошибку, конечно. Я изначально корм анис, он же светлый. Я вот кормил, я видно создал светлое пятно, там собралась уклейка. А вот где на флет, корм темный, нет уклейки. И Вадим сидит, ловит, у его корм темный, у него тоже нету клейки. Хотя он ловит и на фидер, и на флет, ну то же самое все. У него нету клейки, и он рядом сидит. Ну, будет уроком. Ничего страшного. Это наша первая вылазка в этом году в открытой воде. Я считаю, так нормально. Карасика половили. В следующий раз уже поедем на реку куда-нибудь. Посмотрим, где что откроется. Скатаемся на речку, может, что-нибудь хорошее поймаем. Хотя и караси хорошие. Поклевочка на флет. Вот не хочет, вот она как-то либо она задеет. Я не знаю, я уже пробую поводки на флет. И такие 3, 5, 10, 15. Ой. По фидеру в основном хорошо работают дипы. Пшикнешь вот чесночком. Есть поклевочка. Анисом. Ну, меняешь ароматы. Рыбку провоцируешь. Поклевает немножко. По насадке лучше всего работает сегодня мотыль, опарыш. Три мотылика и опарышем закрываем. У Вадима там чистый мотыль работает. Вот так вот через окно и совсем все по-другому. Как бы корм, ну его корм тоже с ароматом чеснока. Как-то неохотно она поклевает. Не то уклейка, не то что, непонятно.
Но главное, что рыба есть. Карасей мы поймали. Клейки поймали. Даже окуня поймали. Маленького, но все-таки окуня. Есть, ребята, хорошая рыбка. На флет что-то мы поймали. Вторая половина дня, а у нас первая поклевка на флет. Мы уже домой будем собираться. Она так одумалась, а? Рыбка. Наверное, уклеит-то. Ой, как она достала. Не карась. Карась, ребят. Ну, такой, да. Хороший карась. Подсадочка у меня дома, поэтому... Ладно, давай-ка, иди сюда, малыш. Опа. Такой пятак. Красавчик. На флет, как видим, да? Кормочка флет, все. Насадка мотыль опарыш у нас. Мотыль опарыш сегодня работает. Вот видите, вот 2 часа дня, а у нас первая рыба на флет. Еще не попал в садок, ё-моё. Сейчас... Понятно. С этой рыбой, ну хотят же карась. Карась вообще рыба непонятная. Как его ловить? Ну в этом году мы будем в основном ездить по карасю. По разным озерам. И реки в основном. То есть плотву эту вот. Мелочевку держать мы в этом году не будем. Не будем, но не так, как в прошлые годы. Там нет-нет, катаемся еще на этом. Так, пшикнем что-нибудь, давайте-ка мы мотылем. Дипы работают хорошо. А вот не дипанет, не хотит. Флет такая довольно-таки интересная. Приблуда. Мы ее в этом году попробуем раскусить, половить в основном на ее. Ну, как-никак мы будем ездить по торфяникам, я думаю, весной. Потому что красиво в основном торфяники. Будем пробовать ловить на флет. На пуфы разные все возможно. Я сегодня пробовал и пуфы, что я только не пробовал. И пенопласт поддевал, мне тут давали. Говорит, насадку поднять. Ничего не сработало. Да, с погодкой нам сегодня, конечно, повезло. С утра был мороз. Класс. Ну, правда, накоплю, чтобы поклевало немножко лучше. Хотя и так нормально. Единственное, что уклейки много, но ладно. Есть и карась. Мы ради его как бы ехали. Подловили карасика. И хорошо. Поклевки такие, я вам скажу, непонятные. Не то за дело, за леску, не то поклевки.
По насадке вообще непонятно сегодня, что я только не перепробовал. Ну вот, лучше всего комбинация 3 мотылика и 1 опарыш. По водоему обстановка, я вам скажу, так себе. С той стороны, вот между материнским, если получается, с той стороны канала, люди особо не ловят. Слышно, как между собой переговаривают. Ни у кого ничего нету почему-то. А мы здесь полавливаем. Мы вот с Вадимом, соседи наши, слева-справа. Рыбка есть. Немного, немного, но есть. Карась, клейка. Есть, ребята, есть рыбка. Лежит перо. Сопротивляется, радость, хорошо. Ну и вот, очередная клеечка, как мы видим. Поклевает у нас в лед, а. На фидер только дай, а. Флэт поклевка хорошая, ребята, была. Там и рыба есть хорошая. Если. Все, походу. Не, болтается. Как-то она непонятная. Или она сама плывет к берегу, эта рыбина? Да, сама плывет. Карасевич. Вторая рыбка на флэт. Карась. Ну, как собираться домой, пошел клево. Так это бывает. Это всегда, короче. Время 2:30, чтобы вы понимали. Ловить мы будем до 3. Осталось последние 30 минут. Хотел вам рассказать, что да как. Так, чем пшикнем? Семочки, сейчас давайте семочки. Фидер уже ловлю. В основном пустой кормушка. Так это с кормом невозможно. Солнце как поднялось. Вот это после 12. Все. Толклейка просто стеной становится. Даже насадка до дна не доходит порой. Ребята. Угу. Есть рыбка. Карась будет. Ляха-муха. Траву идет, а. Такие вот карасики после обеда начали поклевать. Мелкие, но. Но карасики. Куда ты? Засранец-то. Первый выезд, батарейки на исходе. 2 часа камера простояла возле клевертипов. Ни одной поклевки, чтобы вы понимали. Даже уклейка так вот шатала, но я думаю, этого даже не видно на камеру было. Хороших поклевок, увы, я не заснял, поэтому не будем растягивать видео. Так, давайте коротко.
дистанция ловли у нас 52 метра, ловлю в самой низине. То есть отсюда идет небольшой такой пологий свал, он весь в камнях, потом там пук травы метр 40, потом опять свал, на илу я уже стал внизу 52 метра. Потом по насадке лучше всего сегодня работает мотыль опарыш. Но надо диповать, надо постоянно как-то удивить рыбу. Так она ни хрена не хочет поклевать. Поменяешь дипы, тогда поклевка есть. Даже, ну, уклейка она клюет на все. Это зараза такая, что ну я баня. Так. По корму, как я говорил, на фидер анис, на флет был чеснок. Но где-то после 11 я поменял. Везде поставил чеснок, так как светлое пятно привлекло уклейку. И у меня на точке стояло очень много уклейки. А вот когда я уже перекормил черным кормом, уже уклейка ушла. Либо это запах чеснока ее спугнул, непонятно. В нашем эксперименте сегодня победил фидер. На флет я поймал только двух карасей. И все, а на фидер как-то повеселее. Ну, на фидер можно было бы, конечно, намного веселее сидеть и уклейку-то держать, но уклейку держать желания не было. Поэтому мы всеми возможными способами отсекали, делали короче поводки, грузила ставим, пустыми ловлю. Вот. Ни много, ни мало, но с десяток больше поймали, поэтому я считаю, что мы отловились хорошо. Можно было бы, конечно, посидеть до вечера, но ни одной уклейки садки. Хороший садок, да? Целый день кидал, и ни одной нету. Вот эти карасики. Так, сейчас мы... Так, ладно. Ну ладно. Тут, наверное, я покажу. Мулянтиков. Ну, правда, ни одной уклейки. Хороший садок у меня тут. Он сам сортирует рыбу. Оставляет только крупную. Так вот. Оп. Оп. Положим, чтобы вам видно было. Если вам будет видно, я надеюсь, будет. Так, ну, вот такой вот улов. Как у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13 карасей. 13 карасей. Обалдеть, 13 карасей. Ну и уклейки было много, но... Уклейка вся кидала в садок, но она почему-то ее нет в садке. Ну ладно. В общем, такой вот, ребята, улов. Всем не хвоста. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Все. До встречи на водоемах.